прокуратуре Полоцкого района прошло координационное заседание по борьбе с преступностью и коррупцией с участием представителей районного отдела внутренних дел Полоцкого райисполкома военного комиссариата. В структуре преступности Полоцкого района в первом квартале текущего года наблюдается снижение криминогенной обстановки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также снизилось общее количество преступлений более чем на треть. По линии уголовного розыска сократилось количество преступлений более чем в два раза. И что особенно радует, в два раза сократилось количество убийств с покушениями умышленного причинения тяжких телесных повреждений. Более чем в два раза также было уменьшено количество таких основных видов регистрируемых преступлений, как мошенничество, вымогательство, грабежи, разбои, хулиганство. В 2,5 раза уменьшилось количество совершенных краж имущества граждан всех форм собственности. С начала текущего года почти в 3 раза уменьшилось количество угонов автотранспорта, сообщили в прокуратуре. Наряду с положительной динамикой есть и негативные аспекты. Так возросло количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами. На заседании были заслушаны отчеты представителей правоохранительных органов, которые рассказали о принимаемых мерах по устранению недостатков и нарушений законодательства. Данный конкретное поручение об улучшении деятельности в этом направлении. Кроме того, согласован комплекс мер по профилактике правонарушений в Полоцком районе на 2018 год. Любовь Савко, Сергей Залынский, Саммит Плюс ТВ.